Итак, дорогие мои зрители, мы с вами отправляемся сегодня в солнечный Азербайджан, в его столицу, город Баку. Баку, говорят так русские, мы так привыкли, а местные жители, азербайджанцы, да простят они мое произношение, говорят Баки. Вы слышите сейчас песню легендарного Рашида Бейбутова, песня «Баку». Этой песне 100 лет. Ее очень любят бакинцы, особенно, конечно, люди пожилые. На своих экранах вы сейчас видите несколько моих фотографий, которые я сделал, будучи в городе Баку. Даже по этим фотографиям вы видите, насколько будет интересная наша прогулка по этому городу. 2 дня мы с вами проведем в январском, холодном, зимнем, ну, с точки зрения Баку, городе. Для Москвы, конечно, там было довольно-таки тепло. Из аэропорта Внуково мы вылетаем в Баку. Полет примерно там 2-2,5 часа в общей сумме. Мы совершаем посадку в аэропорту имени 3-го президента Азербайджана Гейдара Алиева. Аэропорт современный, красивый, изящный, воздушный. Да вообще, вы знаете, в Баку очень много зданий, которые поражают воображение. Ну, по крайней мере, мое воображение как москвича. Просто молодцы. Этот фильм, он пойдет титрами будущего большого фильма, да, таким вступлением. Ну, а сейчас я его выставлю как некий трейлер будущему фильму для того, чтобы заинтересовать моих зрителей, чтобы они ждали тот фильм, который скоро выйдет. Я думаю, там дня 3-4-5 уйдет мне на монтаж большого фильма. Итак, почему Баку и почему январь месяц? Начнем с января. В январе родилась моя супруга Алла Кошка, мой верный штурман во всех наших путешествиях. А у нас, я уже об этом рассказывал несколько раз, в семье заведена такая традиция. Мы дарим друг другу подарки, путешествия. Ну, понятно, что там цветы, бутылка вина, это все не без этого, конечно же. Но когда хочется порадовать друг друга, мы дарим друг друга путешествия. Это может быть самое различное. Это может быть путешествие как в Париж, или там круиз с фильма, который мы только что видели. Это мое было день рождения в январе 2018. Ну, а я вот подарил Баку. Это зависит от многих обстоятельств. От наличия денег и от наличия времени, в первую очередь. Ну и, конечно же, наших желаний. Времени было немного, всего 2 дня. Ну, где-то 3 дня, 2,5 дня. Поэтому пришлось выбирать что-то не очень далекое. А теперь почему Баку? Во-первых, Алла Кошка еще ни разу не была в Баку. А это уже очень важно. А я был в Баку несколько раз. В Баку у меня живет замечательный друг. И вот мы в день рождения Аллы отправились в Баку. И вы, мои дорогие зрители, вместе с нами. Не уходите далеко.